はい、とりあえず溶けて感じで、あれは。Здравствуйте, друзья! Сегодня я снимаю видео, которое может быть полезно тем людям, которые ищут какие-то вещи в Испании. Вот. В любой деревне испанской есть всегда такой локаль, будем говорить, старьевщиков. Они собирают со всей деревни вещи и потом выставляют на продажу. Вот этот вот локаль есть исключение, видите. То есть вот всякие мелкие вещи, пожалуйста. Ну и крупные. Это и мебель, какие-то там фигуры. Вот давайте зайдем сюда и посмотрим, что у них есть. А есть у них здесь немало. И вот в таких местах мне очень нравится искать. Почему? Потому что они стаскивают со всех домов старинных, квартир старых, всякую всячину. То есть они их вызывают, они приезжают и вытаскивают это все. И бывает именно вот в таких заведениях старых можно найти очень-очень интересные вещи. И очень даже недорого. Давайте с вами посмотрим, что у нас есть тут. Какие-то вазочки. Видите, какие-то там. Посмотрите, какие-то вешалки старинные. Вот. Есть картины. То есть вот это вот все, оно типично. Посмотрите, видите. То есть я что хочу сказать, я не буду заострять особо внимание на этих вещах, что у них есть. Я так буду проходить, а вы уже, если вам это интересно, потом можете приехать и посмотреть все. Адрес я оставлю и на карте, то есть это все обозначу. Помимо того, что я выложу видео, то есть я уже создаю карту в Google, где по Испании интересные магазины по старине и блошиные рынки. И это, этот достойный магазинчик деревенский, я, естественно, тоже его обозначу. Вот, так что видите, тут есть инструменты старые. Вот так вот это все у них тут. Вот, видите, и гитара играет. Люди проводят очень весело время, то есть особо не напрягаются. Видите, уходим вот здесь. Вот таким вот рядам можно все-все рассмотреть. Честно говоря, я здесь нашел очень-очень много вещей и очень недорого. У них иногда вот бывает посуда, вот если здесь обратить внимание, посуда бывает по очень хорошей цене, недорого и очень старая. Книги тоже. Вот. Книги даже очень-очень у них неплохие встречаются. Чем отличается вот такое место от блошиных рынков? Тем, что здесь цены будут на порядок ниже, чем даже в блошином рынке. Почему? Потому что на блошиных рынках уже, будем говорить, более-менее профессионалы продают. И они цены так загибают. И начинают тебе рассказывать, да сколько это стоит там на каких-то платформах там или еще чего-нибудь. А здесь нет. Здесь ребята выставляют иногда, правда, да, задирают цены. Но когда ты говоришь с ними, они тебе идут навстречу и цену опускают. Видите, какие-то
шлёпанцы деревянные, подставки. Вот интересно. Какое-то чётки интересные, да? Кресты. Да даже не знаю, что. Ну вот крест интересный, да, тут, то есть. Ладно. Вот еще что-то интересное. То есть надо быть внимательным к этим местам. Почему? Потому что иногда даже не ожидаешь, что можешь увидеть что-то такое суперинтересное, но и в то же время полезное. Так что пользуйтесь. И самое главное, вот когда приходите в эти места, не стесняйтесь, спрашивайте, что есть у них. Они вот такие деревенские ребята в деревнях, они очень открыты и всегда идут навстречу, да? То есть они готовы показать, рассказать, что у них есть. Иногда в закорма там какие-то свои залезть. Потому что вот, например, я у этих ребят брал старинные карты, я спросил: ребята, есть у вас карты? Так они мне достали там такую стопку карт бешеную. Ну, не знаю, были карты и лет по 100 им, и ничего. То есть нужно показать им, что вы имеете интерес, да? Вот как вы имеете интерес, они вам, то есть, все это предложат. Вот видите, какие-то зажигалки, там еще что-то. То есть будем говорить, вот что имела вот такая вот среднестатистическая испанская деревня в домах, здесь вы все можете найти. Так что пользуйтесь, не стесняйтесь. И когда приезжаете в любую деревню, запомните, что всегда есть вот такие вот места. Вот. Ну вот. Видите, тут какие-то такие открытки с каретами. То есть вот надо это все. Я специально это все заснял, чтобы было понимание всего. Потому что все иногда вот так вот сосредоточатся только на блошиных рынках. Нет. Блошиные рынки — это хорошо, но не всегда. Вот весь, в принципе, эксклюзив я находил вот в таких местах. Вот представляете, вот идешь, тут какие-то, тут уже темно, не видно. Он даже шкурка вот это вот зачищать, мебель там, еще что-то. Вот зашел тут, вообще умный. Инструментарий, да, будем говорить. Вот смотрите, чайники, чего только нет. Вот, все прекрасно. Ну, ребята на гитаре играют. Так что заходите ко мне на канал, переходите в описании, там есть ссылка на карту. Кому будет интересно, пожалуйста, обращайтесь.